Как ты считаешь, Атырау, если Россия захочет отдать, забрать, скажет, это наше. Это мы построили Атырау. Ты отдашь? Уральск, скажешь, Уральск наш, все. Наш город, мы его строили, русские его строили. Там до этого не было города. Давай, отдаешь? Я вот... Мое субъективное мнение хочешь? Да, да, субъективное. Да, да, твое субъективное. Уральск отдаешь, его русские строили. Точно Уральск русские строили. Я бы вообще единой страной бы все восстановить Советский Союз. А, вот ты какой. То есть ты за то, чтобы Казахстан вошел в состав Российской Федерации и была одна страна ты? Да. Солай де, құрметті ағайындар. Ең қауіпті, ең қауіпті, ең опасный біздің мемлекетімізге, біздің Қазақстанымызға, біздің ұлтымызға, біздің тілімізге, біздің тарихымызға кім дейсіз? Орыстар ма, украинистер ма, еврейлер ма, армяндар ма, Азербайджан ба, кім? Грузиндер ма? Жоқ, қазақтар. Міне осындай қазақтар. Ең қауіпті біздіге, біздің мемлекетімізге, біздің тәуелсіздігімізге. Именно қазақтар, осындай қазақтар, құрметті ағайындар. Құдай сақтасын, бірденке болса, мұн жерге бір әскер келсе, разны әскерлер, кім келсе де. Именно міне осындай оңбағандар, ана Советский Союз, Советский үкімет деп, жылап жүрген, короче, армандап жүрген. Именно осындай қазақтар гүлдермен қарсы алып, нан етпен, міне осындайлар істейтіндері. Түсініп тұрсыз ба? Бұл мен өз жеке ойым, пікірім. Білмеймін сіз қалай ойлайсыз. Қазір осы видеоны толықтай көрсетемін сіздерге. Сосын айтатын сөзім бар, құрметті ағайындар. Ассаламу алейкум, сіздермен бірге сула бұл азымас қазақша. Біріншіден, сіздерге құрметті қауым көп рахмет бізді қолдап отқан азаматтарға көп рахмет. Біздің спонсор болам десеңіз, ана Каспи Голдтың карточкасы нөмірі, және Жусан банктікі, және ана сілтемелер, Patreon платформа, Boosty платформа, бәрі видеоның астында болады. Спонсор болам десеңіз, мында бір рахмет сіздерге, құрметті қазақ елі. Ал енді мына видеоны сіздерге көрсетіп жүрейін, тіпті бір 8 минуттай қарап алыңыз. Содан кейін айтатын сөзім бар. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Давай поговорим. О чем будем говорить? В каком городе ты живешь? Вообще в Актобе живу. Казахстан, Актобе город. Так. Сейчас нахожусь в Астане в данный момент. Что хотел спросить про Украину? Что тебе интересно? Может, ты что-то расскажешь, что у вас говорят? Поддерживают казахи Украину вообще? 30% поддерживают. А что, 70% не поддерживают? Нет, 30% поддерживают, 30% вообще, ага. Процентов 40 не поддерживают. За Россию, нет. Да? За Россию, да? Ну, как бы да, наверное, ну, так. Ну, как-то странно, знаешь, я все-таки думаю, я понимаю, там русские, которые у вас живут, они не хотят ассимилироваться, не хотят язык казахский учить. Почему казахи поддерживают? Для меня это до сих пор загадка. Потому что еще, наверное, поколение осталось же, советское. Не, ну слушай, любое поколение должно знать свою историю. Казахи — это такой народ, который знает свою историю, который знает своих родственников. Ты помнишь, что твоя страна была единственной республикой в Советском Союзе, где вас, казахов, было меньше половины. Это сделали русаки. Они должны это помнить. Про историю тоже скажу. Ну смотри, это один фактор. Второй фактор, наверное... Потому что, блядь, у нас советские дороги до сих пор ездят. Советские производства, знаешь, заводы. Не все продали, не все разобрали. Ума своего как бы, ну, не сильно набирает. Что-то, строить, что-то делать. Иностранцы делают. И у нас с Россией граница огромная. Самая большая граница в Европе — это у нас Россия. Не, я знаю, ну, знаешь, можно официально с Россией не ссориться, но сами казахи, они же историю знают, своего, они же знают, что нас в свое время покорили, вас покорили, ну, мы же за свою свободу, мы же чужого не хотим, мы же за свой дом воюем, потому что странно, что не поддерживают. Я тогда не жил, когда покоряли, не покоряли, ну, просто... Ты же знаешь, что... Да, я от лица народа, не в том разе, я просто свое мнение... Бля, у нас тоже, как и везде, бабки, да, вот. С кем товарооборот, с кем бизнес ведется, вот.
По-моему, туда и смотрят. Ну, тебе тоже все равно получается. Ты из тех, кому все равно. Как будет, так и будет, да? Нет, мне не все равно. Если честно, мне не все равно. И опять даже факты приходят. Мне не все равно, но... Вообще мне хотелось бы, чтобы мир наступил. Так всем бы хотелось. Ну, ты понимаешь, я с удовольствием тоже мир, но у меня враг в моем доме. Вот тебе в квартире бандит залез и будет стоять с ножом. Ты все равно будешь отбиваться от него, правильно? Подожди, а почему враг залез? Откуда я знаю, почему враг залез? Почему вор залазит в квартиру и грабит? Вот спроси, вот зачем он залазит? Давай, вот, любитель истории, давай скажу. Минские соглашения сколько раз говорили соблюдать? Что ж вы этот, блядь, доху Донбасса долбили? Успокоиться не могли. Давай еще раз. Минские соглашения были уже после того, как они Крым у нас отжали. Кто кого долбил в 2013 году? Зачем они забрали Крым? Не-не-не-не-не. Они сначала начали с захвата Крыма. Кто кого долбил до захвата Крыма в 2013 году? Расскажи мне, зачем они забрали Крым? Крым-то без боя был, Крым. Ни одного выстрела не было. И что? И что? И что здесь Крым? Как ну, ваши власти сами были. Ваши же власти без единого выстрела отдали. Вот. Слушай, ты историю дедов наших, у тебя дед воевал? Воевал. Смотри, ты слышал про ту историю, когда Австрию без единого выстрела забрали, а потом те, кто в Австрии референдум проводил, сидели на скамье подсудимых в Нюрнберге. Ты про это слышал что-нибудь? Или вообще не знаешь? Австрия же вообще союзники немцев, если что. Ну так, да? Ну, так, ты союзник расистов? Почему ты союзник расистов? Как это все, мои... Ну, ты сейчас заступаешься за страну, которая, смотри, 140 с лишним стран в мире сказали, Россия страна-агрессор, страна-оккупант. Есть резолюции ООН, в которых написано, твоя страна подписала, моя страна подписала, Россия написала. Ничто не может оправдать войну против другого государства. Ничто. Вот просто ничто, понимаешь? А ты оправдываешь. А? Это страны НАТО стали. А зачем ты говоришь 140 стран? Давайте половина населения мира, вот прям обоснуем, которые... Такое не сказали. Прям сейчас. Слушай, а ты в квартире живешь или у тебя свой дом? У меня свой дом, частный. Свой дом. Смотри, у тебя три соседа решат, что твоя жена принадлежит им всем троим. Они в большинстве, их больше населения. Ты отдашь жену? Правильные примеры приводишь. Ну ты мне приводишь пример, говоришь, отдай свой дом, потому что большинство считает, что Россия права. Ты мне такой пример приводишь. Как тебе не стыдно? От всего народа, тогда ты мне скажи, ты зачем Донбасса? 8 лет успокоиться не могу. Слушай, знаешь что, когда слушай, я это самое, я... Я понял. То есть Россия молодцы, правильно все делают. Слушай, а как бы ты хотел, чтобы... Подожди, а как ты считаешь, все, неинтересно, смотри, скажи мне, как ты считаешь, чтобы война, вот как, где справедливое окончание войны? Россия забирает у нас эти области, получается? Ты как считаешь, как будет справедливо? Вот Крым забирает, до Днепра забирает, там Одессу забирает, все забирает, так будет справедливо, чтобы украинцев не было этого всего. Правильно? Дашь ответить? Да, я жду. Вот смотри, давай по поводу Крыма, там даже уже мечтать не стоит. Никто не я тебе задал вопрос, ты считаешь, что это все должно остаться России? Как ты считаешь, Атырау, если Россия захочет отдать, забрать, скажет, это наше, это мы построили Атырау, ты отдашь? Уральск, скажи, Уральск наш, все. Наш город, мы его строили, русские его строили. Там до этого не было города. Давай, отдаешь? Я вот... Мое субъективное мнение хочешь? Да, Да, твое субъективное. Уральск отдаешь, его русские строили. Точно Уральск русские строили. Я бы вообще единой страной хотел восстановить Советский Союз. Вот ты какой. То есть ты за то, чтобы Казахстан вошел в состав Российской Федерации, была одна страна ты? Да? Я понял. Как ты знаешь? Что раньше, ну, моим родителям квартиры дарили, давали. А слушай, а сколько тебе лет? 44. Твоим родителям дарили квартиры, а то, что они горбатились на заводе... А как эти квартиры? Вот они из воздуха взяли? Или твои родители, или там их друзья работали на стройке? Как это давали? Скажи мне сейчас, бесплатно квартиру кому-то дают. Как можно бесплатно дать квартиру? Ее кто-то строил, кто-то вкладывал деньги. Как можно бесплатно подарить?
заработали. Смотри, смотри, вот у тебя нет в голове такого, что они заработали эту квартиру, просто им зарплату не доплачивают. Какое у тебя образование? Я высшее. Юрист. Ты юрист? Юрист. Что, да. Что такое правовая лакуна, юрист? Лакуна? Да. Ты откуда этот термин взял? Расскажи мне, я хочу проверить, юрист ты или нет. Ну, я плохо учился, но как бы корочку взял. Ну, ты не знаешь, что такое лакуна. Нет, просто понятия такого нет. Такого понятия нет, я понял. А корочку ты взял? А родители платили за эту корочку? Взятку давал? Честно сказать, да. А ты хотел бы, чтобы тебя лечил такой врач-специалист, как ты, специалист-юрист? Я поэтому юристом и не работаю. Да? А как зовут тебя, можешь сказать? Гермес зовут. Ермес? Ермес. Да, я казах, имена бывают. Я в курсе, я в курсе. Я гражданин Казахстана просто. Я это видео в КНБ отправлю, пусть с тобой поработаю. У вас что, в Актобе все такие там? Много таких. Много таких? И в Астане. Украину поддержим, над тобой поработаем. Понял? Ты правда думаешь, что я насчет КНБ пошутил? Я не пошутил. Ты что хочешь сказать, что Россия не братский народ? По твоему мнению, ты что? А, все, я тебя в КНБ отправлю. Ты хоть казахский язык помнишь, эй? Казахша бельмин? Ай, все, я понял. Поехали, все, в КНБ, все. Маме привет. Не дейсен, досыған құрметті ағайындар. Осы видеоны ана Пан Василийден алдым. Сол кісінің сілтемелері видеоның астында болады. Сол кісіге мында бір сәлем. Осы істеп отқан жұмысына. Тағы да қайталы жүрем. Құдай сақтасын, бірден кеп оқ болса. Мен жерге бір әскери кірсе. Білмейім қазақтан вообще принципі кірсе. Дәл осындай оңбағандар. Совет өкіметіне жылаватқан, Совет өкіметін күтіватқан оңбағандар. Дәл осындай оңбағандар. Қазақтар. Конкретно етпен, нанмен, қымызбен қарсы алатын оларды. Сұм тұрсыз ба? Айтыватсындар, әне орыстар сатқындар, аналар сатқындар. Міне, ең қауіпті бізге именно міне осындай қазақтар. Ең қауіпті міне осындайлар. Сатып жүреді. Арман идеологиялар мындай, сондай. Уже миларында сондай болды. Бітті, ми жоқ деген сөз. Бір извилена ғана бар, Советский Союз бітті. 44 жасында екен. Советский Союз, Совет үкіметін уже біледі ол немен екен. Бірақ ол кішкентай кезінде. Бірақ мен айтып атқан сөздері міне осындай. Так что тағы да қайталайым, құрметті ағайын. Әне, ұлт мәселемен ешкімді бөлмейіз. Міне, конкретный пример сіздерге. Қазақ. Қазақ. Бірден кеп болса, мен жақта кім, құдай сақтасын тағы да қайталайым. Мен жаққа бір әскери кірсе, именно нормальный қазақтар, біз нормальный азаматтарымыз. Орыс болсын, Украина болсын, нормальный кім қарсы шығады сол әскерге. Міне былай, анау ана жерде тұрады. Он там живет, он там. Мен конкретно стукачтар болады, сексоттар болады, полицайлар болады. Дәл осындайлар. Түсініп тұрсыз ба? Именно бәрі осындайлардан пәлен шығады. Білмеймін енді бұл менің өз жеке пікірім. Сіз қалай ойлайсыз? Әңгімелесейік. Бірақ тағы да қайталайын. Ұлт мәселемен ешкімді бөлмеңіз. Құрметті ағайын. Бөлсек бітті. Қазақ еліміз, қазақ жеріміз жоқ болады. Бүгінгі бағдарлама осымен аяқталды. Сіздермен бірге болған Сула Азмас қазақша. Барлықтарыңызға сау саламат. Салам алейкум. Аривидерчи.